По безбарьерному принципу теперь работает обновленный центр по приему отчетности управления госдоходов по Алатаускому району. Здесь оказывают 32 вида налоговых услуг. Ежедневно он обслуживает от 7 до 10 тысяч физических и юридических лиц. В текущем году только в этом районе оказано более 160 тысяч госуслуг. Всего же по городу почти 3,5 миллиона. Для нас первым шагом было это полностью убрать барьеры. На сегодняшний день нами также проведена работа по введению электронной очереди. Также нами были установлены с банками второго уровня, была проведена работа, определенная работа. Сейчас же размещены банки второго уровня, это Народный банк и Казпочта. Также для самих налогоплательщиков также установлены терминалы для оплаты налогов и платежей в бюджет. В конце сентября работа Алатауского УГД была подвергнута критике. Заместитель председателя антикоррупционной службы Алик Шпекбаев указал на недоработки. Все они исправлены, утверждают специалисты. До конца года все ЦПО будут работать по безбарьерному принципу. Подобный центр после большого ремонта будет открыт в декабре в Житысуйском районе. Ну, по сравнению с таким ремонтом, это небо и земля. Ну, было и раньше неплохо, в принципе. Как бы приходили удобно, очередей не было. Обслуживали все как положено. Но сейчас более интересно. Заходишь, прям глаз радует. Хотелось бы, чтобы по всему Казахстану так было красиво.